Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, в эфире новая программа, хотя уже была премьера, да, доктор? Да, уже сегодня, можно сказать, повторение. Итак, доктор Клинерман, дорогие друзья, в прошлый раз мы вам сказали, что у доктора огромное количество друзей самых разных профессий, призваний, званий. И национальностей. Не продавайте, мы договорились, что мы вас не будем показывать. Гость таинственный и прекрасный. Доктор, рассказывайте. Ну, мне в действительности очень повезло сегодня в нашей новой программе по случаю иметь и нового гостя этой программы, и нового гостя для меня, человека, которого знают абсолютно все, где бы ни находились, все люди, которые говорят... Добрый вечер, я старинный клиент Марины Бурцевой. Еще в Иерусалиме Марина говорила мне «Добрый вечер» и «Бокер тов». Было дело, да, было дело, Леонид Борисович. А теперь вдруг мы встретились здесь. Виновата в этом, на самом деле, театральное шаманство. Потому что мы выступили с Аликой в спектакле музыкально-поэтическом. Фантастическом, я добавлю. Дальше объехали 7 замечательных городов Америки. Вот. А перед этим были в Берлине, в Туле, в Твери, впереди Екатеринбург и, может быть, даже западное прекрасное побережье. А теперь, Мариночка, говорите, чего вы хотите. Хочет, например, сказать доктор Клинерман, потому что мы воспользовались случаем, что вы в Америке. Спасибо вам огромное, что вы согласились к нам прийти. Для меня честь. Она совпадает с потерей достоинства. Честь в том, что доктор Леня, как называем мы дома, умел спасать и умеет спасать нас как врач широкого профиля, когда мы находимся даже очень сильно далеко. То есть таких доктор Клинерман ваш доктор, можно так сказать? Один из самых любимых докторов моих. Вау. Это мне большой комплимент. На этом можно завершить передачу. Собственно, это моя цель и была, чтобы вы об этом сказали. Я не знала об этом. Доктор. Но моя цель была другая. Уважаемый Вениамин, я хотел услышать ваше мнение как человека высоко-высоко интеллектуального, образованного. Тогда мне говорить нечего. Ну, потому что это неправда. Ну, Обратитесь ко мне, пожалуйста, как клиенту. Как клиенту. Я хочу у вас узнать, откуда у вас берутся силы все делать то, что вы делаете. А сейчас такое время, не только медицинское, но и человеческое, когда люди ищут какую-то энергию, люди ищут какие-то излечения, люди ищут чего-то нового и рассчитывают на то, что это поможет. Хорошее поэтому... слово «энергия». Угу. Вот. Когда я впервые, вот в глухие 90-е времена, как говорится, имел большое удовольствие быть приглашенным в театр «Looking Glass» в Чикаго и ставил там «Голову короля», по-вашему, «The Naked King», Шварца Евгения Львовича, то я удивился, как режиссер, тому, как мои актеры на вопрос, ну как сегодня прошла репетиция. Я вам потом скажу, что это было, но вы мне сейчас скажите. Разговор был только один. Мало энергии и много энергии. И достаточно энергии. А что еще нужно? Нужна энергия. И это магическое слово, конечно, для искусства. Вот я, естественно, хочу вас спросить, откуда берется эта энергия. И сейчас действительно все рассуждают об этом. И вот появились еще и альтернативные способы людей добывать энергию. Они обращаются к целителям, обращаются к шаманам, обращаются к каким-то источникам, которые были и раньше, но сейчас они стали очень популярны. Может, ну да, у вас есть какое-то... Глагол «появились», конечно, не точный, потому что с них все началось. Да. Ну, для нас они появились сейчас. Для кого для нас? Ну, для большинства людей, которые живут RTVI в наше время, и на RTVI, и в жизни были традиционные врачи. Марина, вот как, вы слышали вот как о знахарях?
Что значит слышали? Во-первых, у меня есть передача, в которой принимают участие люди... Альтернативной медицины. Ну, и медицины, и призвания, и так далее. Целители. Целители, понимаете? Называют себя. Я все воспринимаю. Я воспринимаю и целительство, хорошо. И однополые браки, и смешанные браки. Нет, это хорошо, это мы про демократию. Сейчас мы свалились в другую сторону. Так, доктор Ленечка. Руководитель. В слове, поскольку я ничего в жизни, кроме русского слова, в качестве чего-то божественного не ощутил, слово действительно, слово это Бог, как сказано у Гумилева и в Евангелии от Иоанна. Но в жизни так оно и есть. Вот, пожалуйста, вам слово «шаман», оно тянет за собой соответствие, и оно же противоположность – шарлатан. Значит, есть натуральное, есть поддельное, есть подлинное, есть использование ignoramus, как будет, невежество. Ну, да? Я вашу мысль понял, но ваше мнение как? Перебью. Как понять, это настоящий или это поддельный? Это очень трудно понять. Это и никто не может понять. Вот вы ответили. Ну, очень часто то, что я слышу в последнее время, что люди искусства пытаются действительно найти свой артистизм, найти... И они обращаются не к врачам, не к нам. Они обращаются ко всем другим медитационным силам. То есть тем, чем занимаются шаманы. Можно считать это вопросом? Тогда я отвечу. Люди искусства или такие, отпетые люди искусства, которые много жизни провели за кулисами театра или, условно говоря, кино, или за концертными кулисами, конечно... Это продленное детство. То есть хороший артист – это ребенок, в котором детство неостановимо. Я имею в виду больших артистов. Ну и вообще хороших артистов. И это значит, что они доверчивы. Что касается конкретно случаев, когда актеры прибегают к помощи нетрадиционной научной медицины, то оно сопровождается тем и тем. То есть я помню конкретные случаи в своей жизни, когда у людей опускаются руки, не получается, или кто-то доходит уже до отчаяния, и тогда приходит на помощь вот это слово, или эта фаза, или эта функция. Да, Марина? Ну, это скорее всего, на психологическом уровне срабатывает. Доктор, я не права? Да. Ну, конечно, психология, вера очень большое место имеет. Но, тем не менее, вот почему сейчас вдруг начали люди так много ходить везде, особенно люди, люди, у которых интеллект там выше обычного, ходят к гадалкам, ходят ко всяким спиритуальным экстрасенсам. Они же что-то ищут, они что-то хотят, они же не просто ходят потратить деньги, значит, они где-то заблудились, значит, что-то им не хватает. И многие из них находят то, что они ищут, и появляются у них какие-то силы, желания, возможности. И... Наверное. Но я так понял, что вы просто в это не верите, но я только хочу узнать, почему. У вас не было никогда никакого опыта с этим? Или у вас... Нет, я так не могу сказать, Лёнь. Нет. Конечно, опыт и за счет себя, и за счет других, и чудеса. Во-первых, я верю в чудеса. Простите, вопрос задает женщина. А как же Воланд? Вот. Я не знаю, что она имеет в виду. Ну вот то, что она имеет в виду, это как раз навстречу вашему разговору. Что появилось или что было всегда. Воланд, сатана, Вельзевул, дьявол. Начало вообще библейское – это Вельзевул. И это альтернативно божественному, да, это сопровождает не только жизнь древних, невоспитанных, скажем, в смысле образования людей, но и дальнейшей эпохи. Это литература.
это художественный образ. Воланд – это великий образ великого писателя. Это проза Библии, так сказать, России, мастера Маргариты. И понял, почему задается вопрос, потому что я имел честь и неосторожность исполнять эту роль, а потом записать диск, исполняя все роли. Но это все-таки литература. А я хотел в продолжении вашего разговора или в ответ сказать, что это неправда, что я против. Нет. Просто я осторожен, ибо не только вы один из моих драгоценных представителей науки, медицины, но я просто во врачебной семье родился. Моя мама терапевт, и я много прошел в жизни, потому что я дитя войны, и там было много искалеченных людей, и тогда это уже начиналось, и обращались, и бывали люди, которые спасали. В моей жизни было так. В Монреале появился человек, который в Риге, в вашей Риге, Леня, спас многих от позвоночных переживаний и от многого другого. И теперь, чтобы долго не тянуть, вот мы оказываемся у этого человека, у Саши Воропаева, его многие знают в Америке тоже, он наследственный врач, как это сказать? Целитель. Целитель. Вот, вот. Да, он слышит руками. И был случай, когда изумительный врач, лечивший в Москве, боже мой, и Евстигнеева, и Высоцкого, и потом я ему уже передал бедного Филатова, и меня Галка спасала, моя жена, через него, покойный Михаил Черняк. Он не нашел ничего, он сказал, это у вас будет на всю жизнь. Вот у меня что-то было с плечом. И вдруг этот Саша послушал, сказал, у вас запущенное воспаление легких. Где он там это нашел? Он это услышал. И вдруг он сделал... И у меня перестало это болеть. Ага. То есть вы имели позитивный опыт с человеком, который не представитель медицины. Надо знать грибные места. Нет, он представитель. Его даже хотели сделать в Молдавии замминистра медицины. Он врачом был? Он был врачом, и в том числе и в страшном Афганистане он был врачом. Ну, видите, вот то, что вы описали... Эти вещи случаются сплошь и рядом. Есть люди, которые в действительности родились с какими-то такими талантами. Ручные силы, мозговые силы. Но таких людей очень-очень мало. И появляются, как всегда, желающие заработать и себя как-то продать и представить, которые, так же, как и в медицине, к сожалению, дискредитируют этот метод. Как шарлатаны. Вот это... Оттуда пришло это слово, но оно разное с шаманами и шарлатанами. И, в смысле, разное имеет значение. С нашим с вами натуральным ша. 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 Да. И... Говорю и я, объявляю перерыв. Умница. Дорогие друзья, наша программа продолжается. Я передаю слово доктору Клинерману. Если бы можно было задать вопрос, потому что я не могу прорваться, я рот разинула, слушаю Вениамина Борисовича, слушаю вас. Вопрос. Ваше отношение к автаназии? Ну, я расскажу о своем отношении. Прежде скажу, что автаназия – это такой метод, который появился... очень давно, но в последнее время он получил большую огласку в связи с таким знаменитым доктором Кеворкиным, который смертельно больных людей, тяжело больных людей избавлял от их мучений в конце их жизни. То есть неизлечимые болезни нужно было бы как-то с ними справиться и как-то завершить жизнь. И вместо того, что люди должны мучиться по годами, лежать в кровати, на вентиляторах, на всяких таких машинах, он применял летальные вещества, которые умерщвляли их. И это получило очень много разговоров, потому что эта тема всегда волновала, а последние годы это волновало очень особенно, потому что была предана огласка такая. Простите, а это закон как бы на стороне вот такого решения?
закон, в том-то и дело, что на этот метод закона нет. Но я слышал, что он, в некоторых штатах это имеется разрешение. Он пытался это ввести как закон. И даже показывал, что это облегчает людям жизнь, ну, жизнь, конец жизни облегчает, облегчает течение болезни. И он за это очень боролся. И за это он попал в тюрьму, потому что государство... В каком он штате? В Иллинойс. Он уже умер, к сожалению, пару лет назад, но ему самому было очень много лет, и он практикующий был. В чем вопрос, доктор Леня? Вопрос в том... Было бы у вас какое-то отношение, как вы считаете, просто это на таком человеческом уровне, вот должна ли медицина приносить облегчение тяжело больным людям, когда видно, что их жизнь заканчивается и появляются, то есть врачи, мой вопрос, я так считаю, что врачи вообще должны знать, когда сказать «хватит». Везде, где существует напряжение, двустороннее напряжение, профессионально-психологическое и моральное, или этическое, здесь, конечно, нужны какие-то третейские силы, мне кажется. То есть, когда человеку совсем худо и безысходно, и продлевают его псевдожизнь. И тогда появились эти шаманы, то есть не появились, они им дали такую огласку и значение, что шаманы могут неизлечимо больных людей поднять. И противники этого метода считали, что действительно, вы же не боги решать, кому сколько жить. Вдруг после тяжелой какой-то болезни через год того, что человек находится в коматозном состоянии, он вдруг оживает. Такие редчайшие случаи были. Венечки, очень, очень хороший артист нашего театра на Таганке. Был случай, когда его сбила машина, и его уже не было. Он был в коме, но это тело продолжало существовать год. Они просто отключили все эти... Это не называлось автаназия. Просто отключили по просьбе жены, и все. Потому что его не было уже. Но это случай. Случаев, наверное, много, но все равно... Но это может быть... Я хочу сказать, что я считаю, что это правильное было решение прекратить мучиться человеку, у которого нету никакой перспективы. А если кому-то заплатили, чтобы этого человека не было, а он мог выжить? Это аргумент, который может быть, но он, как правило, не существует. Кто же может решать это? Ну, должны решать это врачи, и должны решать это сами пациенты. И родственники. Да. Это должны... ответили на вопрос. Ну, да, я понимаю, но я... Это в ответ... и есть третейская функция, когда есть... Но это встречает очень много противоречий. И вот человек пошел, когда родственники были согласны, когда пациенты были согласны, они страдали неизлечимыми болезнями, он их умертвлял, а потом он пошел за это в тюрьму, потому что штат решил... Это уже ваши американские дела. Это кто-то написал, кому-то он был не... Как что-то, неугоден. Что-то наврал, может быть, в этом ну, стуке. Может, в России это к этому не приходит. Во многих странах к такому состоянию не приходят. Но в Америке... Я думаю, приходят везде. Мне кажется, очень страшно, зная все, что человек обречен, что родственники согласны с решением выдернуть эти штучки, как вы говорите. Но мне кажется, что а вдруг можно было спасти? А что такое аборт? Это же тоже это факт убиения. Вот я против автаназии, против абортов. Но я за то, чтобы дать свободу выбора женщине. Пусть это будет ее грех, а не решение государства. Это что касается аборта. А что касается автаназии, когда человек неизлечимо болен, ну, мне трудно говорить, что я не буду там про самых близких людей, когда мучительно было смотреть, и я молил Бога, чтобы он избавил. Да. Ну вот, это происходило.
Но знаю, что большие врачи, которым доверяют судьбы людей, ни у кого не спрашивают разрешения. Они сами регулируют. Они понимают, они видят, как родные мучаются, как человек мучается, и как большой специалист, вы же большой специалист, вы же можете увидеть, что человек безнадежен. Значит, что-то нужно попробовать еще, еще, еще. А если безнадежность это усугубляется, значит, вы что-то сами ни у кого не спрашивая, вернее, спросив у своей совести, как-то так. Это уж очень больно высокие разговоры. Материя, да. Но об этом мы и хотим говорить и обсуждать, потому что они, если они сегодня не коснулись каждого из нас, то они обязательно, то есть не обязательно, но они могут коснуться, и люди не знают, как себя вести и чего ожидать. Если смерть, то мгновенной, если раны небольшой. Согласна. Ну, это здорово. Тогда, раз у нас такой художественный перерывчик, вопрос длинный очень. Вас обожают, комплименты, я присоединяюсь. И вопрос, почему артисты остаются до самых своих последних дней молодыми и красивыми? Да-да? Да, вот, пожалуйста. Там Марина. Нет, ну правда. Но вы не смущаетесь, вы ответьте. Да я не очень смущающийся уже. То есть я родился очень, очень застенчивым, за это меня товарищ Етуш, мой мастер, выгонял после первого курса и этим научил преодолевать ради сцены. А сегодня я не по возрасту много работаю и получаю очень интересные работы и интересную возможность отказываться от фильмов там. Ух ты. И от чего-то еще. Это случилось, потому что нас мало осталось и решили нас зауважать на старости лет. Вот, поэтому так штучно. Поэтому так относится и к этой программе «12 месяцев танго», кстати, где соединяется великая музыка начала 20 века танго и польские авторы, половина из которых закончили свою жизнь в концлагерях, оказавшись польскими евреями. И, конечно, они молили Бога, когда они исполняли сами свою музыку, это называлось «Танго смерти», они, я думаю, дорого бы дали, чтобы их побыстрее избавили от мук. Но их заставляли мучиться дальше. Это случай экстремального ужаса. Вот. Но что касается молодости, то она не вечная. Успокаиваю я до себя. До конца, вот говорит. До самого конца. Да, значит, это работа, и это Шерше Лефам. У меня такая жена, которая тоже очень любит доктора. А я люблю вашу жену тоже. Она абсолютно очаровательная женщина. Спасибо. Вот такая работа могучая и такой корпоратив, как у нас, получился теперь втроем. Старшая дочь моя пишет сама по себе, и слава Богу, а Алика рядышком. Исполняет. Папины произведения. Ну, скажем так, совместные произведения польских авторов, музыкантов. И моих стихов внутри этого. Там же звучат стихи Серебряного века, ну понятно. Это все счастье. Это избавляет от грехов неверия и уныния. И вместе с тем, наверное, омолаживает. А потом нужно мазать рожу, между прочим. Мы сейчас об этом поговорим. Я вам хочу сейчас дать некоторые адреса, благодаря чему, кремам всяким, мастикам. Мы поможем. Вперед. Я вас сейчас поцелую после перерыва. Я вас обожаю. Спасибо вам за ваше высокое Мариночка, искусство. Спасибо большое. И за ваше искусство, доктор Клянин. Я вас люблю. Мы просто должны закончить передачу. Доктор Леня! До свидания.